идет сила, сжимает мою руку. И вот моя рука этой силой наполняется. Оп. И мы соединились с силой и с человеком. А дальше мы, сохраняя вот эту плотность, просто двигаем, да? Предмет здесь что нам дает? Вот это непридуманное чувство плотности. То есть вот, если у меня сейчас здесь рука будет пустая, шашка упадет, правильно? Поэтому предмет нам помогает сначала почувствовать вот эту плотность. И потом, когда я его убираю, у меня такое ощущение, как будто я его держу. Но опять, смотрите, вот чьей рукой силой наполняется рука? Чувствуете? Его. То есть, не я напрягаю руку, чтобы взять там кого-то, да? А вот идет сила, ну как это, тюбик с пастой, и вот она его наполняет. А я просто наблюдаю за этим процессом. Вот. Потом, когда мы немножко научились уже, дальше вот ждать не нужно, да? То есть мы вот просто отпускаем руку, и движение идет само. Ну, чуть-чуть быстрее сделаем. Главное не захотеть помочь, что-нибудь сделать. Вот, и так как мы уже начали пальцы добавлять, да, то есть вот мы добавляем первое движение. Мы вот взяли силу. Взяли силу. И отдаю. Возьми вот так, два пальца. Да. Ну, подержите. Да. Вот. То есть здесь, ну, понятно, что сила одной руки, ничего сделать нельзя. Но если мы вот в эту руку наполним управление, то есть вот ту плотность, которую мы в шашке держали, да, мы такую же создаем потом в пальце. Вот сейчас нога пустая. А теперь я переношу туда массу. И нога становится плотненькая такая, да? То есть вот как мы в руку переносили силу, так же самое вот и в ногу. То есть если нога будет пустая, ни силы не будет. А вот в ней должно быть вот ощущение сил. Тогда оно управляет процессом. Ну вот, давай здесь возьмись и еще там кто-нибудь. Саша, давай. Ну, прям за ногу возьмите, чтобы я не мог пошевелить. Да, опять, вот смотри. Сейчас нога пустая, вот они дают мне силу. И вот нога начинает этой силой что делать? Наполняться, да? А потом я отпускаю. То есть опять они сами делают.